Новые экспонаты появились в музее на родине Дмитрия Менделеева, который находится в школе Тобольского села Верхние Оремзяны. Правда, к великому ученому они никакого отношения не имеют. Это предметы быта немцев, которые были переселены в Сибирь в военные годы. Сейчас фонды сельского музея насчитывают порядка 600 экспонатов. И небольшой комнаты для них, конечно, мало. Те экспонаты, которые на данный момент находятся, мы их можем расположить даже в нескольких помещениях и с определенной тематикой. Но для этого требуется отдельное помещение, чтобы вынести музей за пределы школы. Музею на родине Менделеева больше 20 лет. В экспозиции представлены стеклянные предметы, которые производили на заводе Менделеевых в Верхних Оремзянах. В этом селе ученый жил с рождения и до 15 лет.